война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Ну, происходит, это действительно война, и, честно говоря, она уже приобретает все более беспощадные формы. Туристичный сезон в Крыму уже давно изменился на сезон бавовны ЗСУ. Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. И поэтому, конечно, надо чем-то жертвовать. Ой, боюсь, що Каренчика більше не запросять на федеральне ТВ. Он Буданов объявил, да, говорит, мы будем били и будем бить по Крыму. И будем бить. И они будут. Конечно. И они будут бить. Это другой вопрос, что, видимо, это надо решать как-то, историю с этим Будановым вообще каким-то образом. Этот теракт не против Крыма, этот теракт против всей России. Надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. То есть война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Російські фейкомети прекрасно розуміють, що удари ЗСУ мають виключно воєнний характер. Ми звільняємо свою територію. Але ж розповідати про це на російському зомбоящику не можна, тож там вигадують інші байки. Наші ресурси і резерви великої країни під названням Росія далеко ще не задіяні повністю. Ми їх ще не задіяли. Наприклад, якщо можете привести пример. Не вооружение. Имеется в виду силы общества. О. Вот силы общества у нас задействованы в малой степени. Потому что у нас... Вот я приехал в отпуск. Некоторое время сейчас нахожусь в отпуске. Я наблюдаю жизнь в родном своем городе, в котором я родился и вырос, в городе Москве. У нас, столица нашей Родины, живет абсолютно мирная жизнь. Угу. А могла бы жить немного другой все-таки. Я не призываю всех построиться и встать в ружье, да? Но есть такая история, которая называется «Все для фронта, все для победы». Но этого нету. Я приехал, тут какой-то то ли Муз-ТВ, то ли еще что-то, на которое столько денег было вбухано, да, со всеми нашими этими звездочками, с позволения сказать. Ага. У меня, конечно, напрашивается какое-то другое слово. Да? Да. Туда были вбуханы, понимаете, не миллионы, а десятки или сотни миллионов рублей. Угу. Вот на эти сотни миллионов рублей сколько всего можно было бы поставить туда, на фронт? Как вы думаете? У нас там не хватает элементарных вещей. Вот, например, нету автомобилей, потому что надо двигаться на автотранспорте, а автотранспорт регулярно сгорает. ФПВ, понимаете, да? ФПВ, сбросы ФПВ. Легко, понимаете, горит. Не буду называть цифру, но легко и много сгорает. А здесь в это время трусами на голове крутят. Правильно ли я вас в данном случае понимаю, что вы говорите, по сути, следующее, что противник переступает одну за одной следующие красные линии, а мы не можем нанести, говорите вы, решающее и быстрое ему поражение, потому что мы как бы одной рукой воюем, а другой вот этот жест, как а вы... А другой у нас лето, отдых. Жара-маджара, море купаться. Ага. В Турцию едем. А кто не в Турцию едет? Вы же понимаете, что у вас элита наша. Ну, я просто как-то знаком с рядом лиц, понимаете? Которые сейчас собираются. И где они, как вы думаете? Они поехали в Европу. Они поехали к себе в Америку. Ну, там, где у них домики. Ну, куда-то еще. Они поехали в страны, которые, вот, как это называется, несут ответственность. Тогда надо сразу сдаваться. Нет, и это логика жертвы. Нет, ну, да? Нет. Так, с логикой истеричек тоже заканчиваем, Георг, ладно? Я сказал, логика жертвы. Сухой головой принимаем же. Наша задача победить, а не навредить. Единственный шанс Киева, вот правда, в этой студии полтора года, единственный шанс Киева – это втянуть, конечно же, НАТО в прямое противостояние. Это единственный шанс. Вот правда. И, естественно, они его пытаются так или иначе реализовать. Ну вот, вот этот удар, вы думаете, он для чего был нужен? Ну, конечно, для попытки реализовать именно эту стратегию. Втянуть, чтобы Россия ответила. Но! Понятно, мы такие умные, все, мы все понимаем, ха-ха, нас не проведешь. Но! Тут просто промолчать и быть умным невозможно в такой ситуации. Если Москва будет бить по центрам принятия решений, если Москва будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, если Москва будет использовать конвенциональное оружие, не ядерное, тактическое, а все возможности конвенциональных вооружений, которые у нас есть, то НАТО, поверьте, не втянется в этот конфликт, они не хотят. До речі, цікава у них логіка відповідей. Винні у всьому США, але знищувати давайте Україну. А вот просчитайте мне, подождите, дайте вот на конкретном примере. Значит, вот это летает в нейтральных водах, правильно? Да. Вот
Мы наносим удар по объекту американских ВВС. Я напоминаю, что мы в нейтральных водах. Вот мы так это не делали. Там было как там обстоятельства были мы другие. Мы его сбили. Какая разница? Он приблизился, и наш истребитель, если я правильно помню, выпустил топливо так, что он больше не приближался и приблизился к морской глади. Да, он упал. Какая разница? Он был сбит. Он был сбит грамотно, так чтобы нас не обвинили. Хорошо, Александр, он был выведен из строя. Сделать можно то же самое. Это один вариант, но поймите, отвечать так уже недостаточно. Сейчас чисто прагматичная аргументация, без всяких эмоций. Нам нужны демонстративные, четкие ответы киевскому режиму. Я снова возвращаюсь к тому, что мы здесь говорили уже многие месяцы. Уничтожение административных зданий в Киеве, банковые, Главного управления разведки, Министерства обороны. Это здесь никаких эмоций. Здесь чистая прагматика. Георгий Иванович, я всегда был с вами вроде как заодно в этом. А теперь вот я вполне допускаю, что те объекты, которые вы сейчас называете, они вообще пустые стоят. Пускай. Подождите. Какой смысл тогда тратить наши силы и наши драгоценные кинжалы, ракеты, да, чтобы проявить, значит, демонстрировать нашу решимость? Кому? Объясню. Подождите. Вместо того, чтобы взять и уничтожить вот эту вот историю, сейчас вот они выяснят, откуда там они прилетали, из Николаева. Вы знаете, нужны не слова сейчас, а практические дела. И без комментариев. Самым эффективным, я это говорил, повторю еще раз, средством реагирования на поставку дальнобойных западных систем оружия Украине является уничтожение энергетической инфраструктуры противника. Все то, что обеспечивает устойчивость тыла ВСУ. Надо категорически запретить наносить удары по этим трансформаторным подстанциям – это не те цели. Необходимо уничтожать электрогенерацию. То есть залы с турбинами. Одно лишь попадание ракеты Х-69, либо калибр туда, делает невозможным дальнейшую эксплуатацию и выработку электроэнергии. Требуется от 4 до 5 лет. Полностью демонтаж. Росіяни – терористи. І методи ведення війни у них лише терористичні. Знищувати наші цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру вони почали далеко ще до ударів по Севастополю. Зараз це для них просто чергове виправдання їхніх дій. Що ми дійдемо до ядерного ультиматуму. Я не думаю, що ми дійдемо до ядерної війни. По той простій причині, що я не думаю, що апокаліпсис, описаний в Біблії, последняя глава Біблії, так близко, все-таки много еще чего должно произойти до апокалипсиса. А ядерная война – это неминуемый апокалипсис прямо сейчас. Он, конечно, когда-то случится, это для верующего человека, для любого верующего, любого, очевидно, но не сейчас. А сейчас мы дойдем до ультиматума. Они взлетят, полетят к нам с этих аэродромов, и мы объявим, что все, мы теперь бомбим те самые страны, откуда это летит к нам. Но кто-то должен будет дать заднюю. Трамп придет, ничего не решит. Да кто бы угодно. Какая фотокарточка не будет повешена на эти кабинеты, ничего не изменится. Изменится только тогда, когда они поймут, что через 15 секунд вот такая вот бомба, только не атакмс, атакмс, вот никак не могу научиться его произносить, атакмс, которая лишила жизни детей на Севастопольском пляже и взрослых, и больше сотни раненых, не такая бомба, а совсем другая бомба полетит на их пляже, на их Кейп-Код, в их Майами, в их Калифорнию. Вот тогда все это остановится. А до этого нет. Будет только нарастать, и мы должны быть к этому готовы. Все мы. Мы продолжаем жить своей жизнью, строить планы. Сейчас сезон отпусков начинается. Но мы должны понимать, что обычной, привычной наша жизнь уже не будет. Это большая, серьезная, долгая война, война на выживание. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Пам'ятаєте цей прекрасний мем, який розлетівся мережею влітку 22-го після вибухів на авіабазі окупантів у Новофедорівці? Масштабні прильоти тоді змусили багатьох туристів тікати з цього пляжу і загалом з Кримського півострова. Цього року ситуація повторюється. Навіть новий мем з'явився. За що погибають люди?
приехавшие, получить удовольствие от жизни, искупаться. Мне пока в голове это не укладывается. Ну що, получили удовольствие? Це ж якими туп потрібно бути, щоб їхати за емоціями, задоволенням на чужу територію, та ще й туди, де йде війна. Бо за всі роки окупації Криму Росія перетворила півострів не на туристичний центр, а на військову базу. Тож це законна воєнна ціль для України. Та й взагалі, це наша територія. То, что происходит в Крыму, не категория интересна, меня это бесит. Я вообще не понимаю, почему мы на всякий случай сразу не зачистили все центры принятия решений. Саш, как человек, который плотно на фронте последние месяцы и находится в контакте с военными, расскажи, пожалуйста, наши все это осознают? Наши готовы подобному роду розвитку событий. Про Крим, звісно, особо тривожно. Насправді тривожно не лише Соловйову та Скабєєві. Росіяни після потужних вибухів бояться їхати у Крим. Путівки роздають майже за безцінь, а в готелях скасовують бронь і пляжі там напівпорожні. Зате з вогневими точками. Может быть, мы по-другому начнем воспринимать то, что происходит вокруг нас? Никогда больше не прозеваем удар? А что, у нас не было причин? У нас не было событий, когда мы зевнули удар? Да он только за последнее время, сколько раз. Мы все время думаем, что... Да мы уже все сейчас, все. Есть у нас у русских такое. У нас все на мази. В тот момент, когда мы начинаем хвастаться и вести себя самоуверенно, мы получаем очень всегда сильные удары. А что случилось? В Крыму же так спокойно. Ні. Росіяни цілком серйозно готуються до висадки українського десанту і загалом найгіршого сценарію подій на фронті. Вони зводять дедалі більше нових вогневих точок вздовж берегової лінії та модернізують вже наявні, ну щоб не призівати удар. Збільшення фортифікаційних споруд та укріплень помітили, зокрема, в Євпаторії. Натомість російські пропагандисти продовжують розповідати, що все нормально, і закликають росіян і далі їздити до Криму. Мабуть, щоб було з кого захисний щит зробити. Красні лінії враг давно перейшов, лізе далі вглуб Росії. Дуже багато народу планує відпочинок в Криму. Путівки і білети здавати? Марін, я не знаю, що робити з путівками, з білетами. Это, как бы вам сказать, это дело каждого отдельно взятого человека. Мне почему-то кажется, ну я просто владею информацией, я не кажется, а знаю, что количество, кажется, отдыхающих там не уменьшилось в нашем Крыму. Следовательно, делаю вывод, что нам чем жестче, тем, в общем, лучше. Ну, надо, вероятно, слушать... и прислушиваться тем, кто в Крым поедет отдыхать, к тревогам, ко всяким объявлениям, на рассылкам, и постараться обезопасить свои жизни и жизни близких. А так, так это же уже практически в феврале будет третий год, поэтому, ну, какие новости. То есть каждому надо делать вывод самому. Як ви вже знаєте, в нещодавній атаці на Севастополь росіяни одразу звинуватили США. Начебто вони дають українцям ракети, вони обирають цілі, вони допомагають наводити удари. Представники стран НАТО до останнього будуть вигаражувати преступний київський режим, закривати очі на його зверство в отношении русських людей. Чому? Тому що київський режим виконує їх приказ. Звісно, що подібні звинувачення та погрози – це спроба Москви змусити Сполучені Штати Америки припинити давати Україні зброю та іншу допомогу. Але у США надії та слова Кремля вже давно не ведуться. Тепер шантажем та залякуванням вирішив зайнятися міністр оборони РФ Білоусов. Міністр оборони Андрій Білоусов поручив Генеральному штабу оперативно пресечь провокаційні дії безпілотної авіації США і союзників в небі над Чорним морем. Момент удара американської ракети «Атакамс», напомню, недалеко від
Крыма висел как раз американский БПЛА Global Hawk. Сомнений в том, что именно американский дрон вел разведку и отдавал цели указания ВСУ, больше нет. Первый сигнал, даже, наверное, два сигнала американцам уже отправили. В сирийской батарее ПВО в районе Дейр-эз-Зора был сбит американский БПЛА MQ Grey Eagle. А на этих кадрах рандеву российских истребителей Су-35 и американских беспилотников MQ-9 Риппер в небе над Сирией. Пока американские беспилотники, наши летчики только берут на прицел следующий шаг, начнут их сбивать. И то, что это случится, достаточно очевидно. До речі, російський новинний сайт «Правда» опублікував статтю, в якій стверджується, що російські повітряно-космічні сили, можливо, збили американський безпілотник над Чорним морем. Стаття швидко набула популярності в соціальних мережах серед так званих російських зет-блогерів. Однак згодом файтер-бомбер, який, до речі, був одним із джерел первинної історії про збиття американського дрона, прояснив ситуацію в наступному дописі. Він заявив, що безпілотник насправді не збивали, оскільки це був би, цитую, «акт агресії». Як цікаво, виходить, Білоусов не боїться прямо нападати на США? Білоусов дає приказ, по суті діла, на обезвреження, наскільки я його зрозумів. Напомню такую параллельную ситуацию. Мы просто как-то... коротко, буквально позавчера появилось сообщение о том, что первый БПЛА американский уже был сбит над нейтральными водами в Черном море. Да. Но Минобороны информацию не подтверждала, не опровергала. В конце концов, как бы так прошло в тишине, оно и нормально. Да, мы не должны ничего подтверждать. И сразу после, справедливости ради, Остин пообщался с Белоусом. С Белоусом. Впервые. Это типа казус Белли, да, что не надо так делать и прочее. Нужно на этот казус абсолютно плевать. Правильно совершенно Белоусов отдает соответствующие команды. Сбивать их, даже если они находятся в нейтральной зоне, потому что они выступают наводчиками и так далее. И никакой Третьей мировой войне это не приведет. Не будут они ничего делать, вынуждены будут кушать это все и говорить о красных линиях, которые русские перешли, но вот мы потерпим. Потому что кроме как терпеть, им ничего другого не остается. А це він щойно про Росію сказав? Бо зазвичай саме Федерація малює якісь червоні лінії і виступає у ролі терпіл или лягушек, которых варят. Це не я так сказала. Мы же понимаем, что терпила существует только для того, чтобы его ограбить. Это единое правило. Так зачем же мы выступаем в роли терпил, у которых можно безнаказанно отнять кошелек? Здесь разговор про лягушку. Мы, к сожалению, по их мнению, в данном контексте в роли лягушки, которую бросили в кастрюлю с водой, потихоньку подогревают воду. Лягушка варится, не замечают. Росіяни, не стримуйте себе, збивайте американські безпілотники, бо відповідь на знищений дрон адміністрації Білого Дому може дозволити Україні знищити повністю вас. Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО, чтобы потом уничтожить эти самые ПВО и тем самым расчистить себе пространство для маневра, когда наконец-то им поставят F-16. А F-16 им поставят скоро. Я говорила с самого начала, что это обязательно будет. Сейчас уже очевидно, что это будет вот-вот. И, может быть, там даже не будет их пилотов, потому что, по некоторым сведениям, их пилотов оказалось обучить невозможно. По крайней мере, за такой срок, а может быть, вообще пилоты там будут в значительном количестве. Из тех самых стран, с которыми мы воюем, и которые воюют с нами, руками Украины. А самое главное, что взлетать эти будут самолеты с их аэродромов. Уже сейчас называются аэродромы от Польши до Молдовы, на секундочку. Откуда должны будут взлетать эти самолеты, чтобы бомбить наши с вами очередные пляжи? Ну и что мы будем в такой ситуации делать? Ну что мы будем делать? Что-то мне подсказывает, что мы будем бомбить аэродромы, что у нас не остается другого выхода. И Трамп придет, ничего не решит. Да кто бы угодно, какая фотокарточка не будет повешена на эти кабинеты,
нічого не зміниться. До американських виборів прикута пильна увага України, адже від переможця залежить подальша військова та фінансова підтримка. Якщо переможе Байден, вона збережеться. Але у разі перемоги республіканця таких гарантій поки немає. Але чинний президент під час дебатів мав настільки невпевнений та нездоровий вигляд, що у можливості його перемоги почали сумніватися навіть найвідданіші прихильники. А пропагандисти почали боятися, що тепер від демократів може з'явитися інший кандидат. Самое опасное, что может быть, если все-таки демократы примут решение поменять своего кандидата, даже если говорить о том, что у них нет сильного такого, в любом случае накачают, и слабого кандидата могут накачать, и подают надежду демократам, а самое главное, это перевернет в значительной степени и обескуражит Трампа, потому что он готовится к одному, а тут ему придется абсолютно всю стратегию менять, обвинения, новые плюсы искать, минусы и так далее. Это не так просто сделать. Но бог с ними, со всеми, правильно, Путин спит и не смотрит. Давайте к нашим баранам. Байден обделался на этих дебатах. Скорее всего, в прямом смысле мы просто этого не видели. Вот когда он завис, вот это вполне реально от того, что они там говорят. Смотрите. Вот это как раз напрягся, все нормально, все получилось. Что вы? Карен Жан-Пьер скажет, что это российская пропаганда. Трампу монтаж, как они говорили про предыдущие эпизоды. Но это кадры прямой трансляции. Он реально завис несколько раз. И всякий раз на 20 секунд. Да, потом вышел. И не моргал. Говорят, что это симптом Паркинсона. Я не врач, но так говорят. А потом вышел, а Трампу позвонил Владимир Владимирович, сказал, молодец, все, продержался, все, сделал как надо. Наверное, так они будут трактовать этот дебат. Потому что по-другому как? Мы ни за кого не болели, нам не нравится оба. А Путин вообще все проспал. Насправді, на цих дебатах ціллю номер один для Байдена було б показати себе молодим та енергійним, попри цифру в паспорті. Розвіявши таким чином страхи як власної партії, так і загалом американських виборців щодо здатності керувати найпотужнішою державою світу у літньому віці. Однак зробити це Байдену не вдалося. Натомість Трамп, який усього на 3 роки молодший за Байдена, на тлі чинного американського лідера зміг, попри численні перебільшення та відверті фейки, показати себе впевненим кандидатом. Але росіянам і він вже не подобається, бо під час дебатів Трамп назвав умови Путіна неприйнятними. Многі розраховують на те, що от зараз уйде Байден, прийде Трамп. Ну а хто сказав, що при Трампі буде краще? Ми так довго демократы говорили о том, что Трамп агент России, что мы иногда, мне кажется, сами в это поверили. Разве так можно? Посмотрите при Трампе. При Трампе подняли бюджет НАТО, опять вернули к тем цифрам, которые были до Обамы. Он заставил всех поднять цифры. При Трампе Трамп снял эмбарго с поставок оружия на Украину. Он первый поставил джавелин. При Трампе в Сирии обстреляли, нанесли удары после того, как обвинили Башара Асада в том, что было применено химическое оружие. При Трампе расстреляли наш отряд еще тогда малоизвестного ЧВК. И там погибли в том числе мои друзья. Трамп сейчас прийде, він буде сильніший. Що ж стосується виборів у США, то тут висновки робити ще зарано. Засідання Демократичної партії, де будуть офіційно затверджувати кандидата на участь у президентських виборах, відбудеться 19 серпня, а другий етап дебатів – вже у вересні. До того часу ситуація зі ставленням до Байдена цілком може змінитися у будь-якому напрямку. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.